Привет! Сегодня мы будем спускать шлюпку до воды, сделать небольшое видео, как все это происходит. Пока пацаны готовят, вкратце расскажу вам про шлюпку. У нас на пароходе всего две шлюпки. Одна обычная с левого борта, и это rescue boat. То есть это спасательно-разыскная шлюпка. Она имеет более быстрый подъем, в отличие от другой, и более мощный двигатель. Скоро шлюпки на тихой воде должна быть не менее 6 узлов при полной загрузке. Топлива в шлюпке должно хватать на сутки работы полным ходом. В шлюпках у нас есть пищевой рацион, вода, кажется, по 5 литров на каждого члена экипажа, рыболовные принадлежности и сигнальное оборудование. Спускается шлюпка довольно быстро. Это мы сейчас просто тестируем, поэтому у нас так все довольно затянуто. На самом деле все происходит быстрее. Спуск шлюпки до воды должен производиться раз в месяц. Of course, I release million times. Okay. Okay. Finish, guys. Show now. Good packet position. You check all is okay. Engineer, guys. I think it's enough. More weight a little bit. We put it in the limits also. Because this one rescue boat, yes?
Шлюпка с левого борта поднимается намного медленнее. Как-то так, спустили мы и подняли шлюпку. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо, всем пока.